хуйня, так и не понял. Не, игра не хуйня, не, ну... Как ты сказал, как в эту хуйню можно играть? Понимаешь, если бы я трейнер не скачал, я бы просто в нее не играл, блядь. Ну хз, не знаю, Dark Souls только что, блядь, не, я... назад, прошел четвертый раз. Я понимаю, типа, есть люди, которые любят эту хуйню. Ну там все тайминги, ты знаешь, заебись там тебе, охуенно. Ну, типа, вот если я не хочу ПВшиться в Вовке, да, ну я знаю, что мне все пизды дадут, любой челик, ну, типа, если он не тупой, конечно. Кроме Зерова. А что делать, если я не хочу сидеть тут 4 часа? Я просто не хочу, ну, я когда-то PvP шел, там надо было запоминать, у кого сколько кдшится, и вся эта хуйня, знаешь, запоминается, когда ты это еще раз помираешь, и потом ты уже такой нихуя даешь рефлект, и когда откатывается у паладина этот стан, короче, он дает стану рефлект, и, блядь, такой нихуя фак-ех, такой, блядь. Чё-то про меня, про PvP говорили, у тебя сколько рейтинга, дед? Не, мужики, ебал я это ваше ПВП. Все мое. Вот представьте, все мое ПВП это чисто на огороде ХБ зарядить, поджигание челуны. А у тебя сколько, Зерина? Он 1800 NGR. Не, в 1С, давай. 1800. У меня. Сейчас. Вообще я как-то пока. Раз. Да че, один на один пойдем с тобой? Бля. На аренке чисто. ШП на Елема. Так, а теперь вопрос. Убираешь аддон на этот, блядь, на... Блядь, как его? На Тремор Тотема? На Тремор, да. А если не уберу? Парни, вопрос. Я испытываю некоторые трудности, диссонанс в голове. Когда старость перебивает старость, это как понимать вообще? Это называется старая наглость. Кто прав? Кто более старый? Блин. Вот, смотри, вот, смотри, я вот на X3 брал там 2200 где-то, а с тобой взял 1800. Так мы не играем, в смысле, чего взял 1800, мы сейчас должны сидеть и играть, да, вот сейчас. Да я на 150 взял 2200. Бля, на 200, на 400 игр. Чел, ну, так мы первые 150 игр, мы раздуплялись, типа, что делать, ну я лично. Сейчас уже лучше будет, в любом случае, если мы пойдем с тобой играть. Мы же давно не играли просто. Хаку, да? Помнишь последняя арена где? Когда Син комментировал твои действия. Чтоб, блядь, жироту утратить неохота. Не, я не говорю, игра не хуёвая, типа, там сюжет. О, дальше. Там, ну, там все заебись, я не доёбываюсь, типа. Просто я отношусь к тем людям, которые не хочет тратить время на изучение вот этой, блядь, таймингов, хуявингов. Зачем так, играть, блядь? Не, ну, блядь. Ну, сюжет посмотри. Вот я тот же God of War прошел, я также с тренером, блядь. Ну, мне нахуй-то надо сдыхать 1000 раз. Я еще по глупости взял, включил режим блок войны, а там ее сложность сменить, снизить нельзя, нахуй. Ну, я думаю, нахуй мне это надо, блядь. Скачал, все, блядь, поставил себе, блядь, броню купил, нахуй, пошел всем пизды делать. По сюжету в Souls играх искать тоже такая себе идея. Ну, там же есть какой-то сюжет, правильно? Ну, такое, типа, ну, это не та игра, в которую ради сюжета ты пойдешь играть. Ну... Аккуратнее, не страшно, я один килл. Смучение, не садомить её. Да какой, боже, дай сплеть, это казуальная игра. Ну, я видел, типа, видосы, там, челики проходят, они даже урона не получают, а я так не могу, блядь. Сегодня ДС прошёл фул за пару часов. Просто видишь, люди разные. Ну, кто-то, допустим, гонки любит, кто-то стратегии, блядь. Ну, я ничего не говорю, я просто говорю, что зачем заходить в соус игры за сюжетом, если сюжета тут почти нет. Почему он есть? Там же какая-то хуйня с кольцом, блядь. Ну ладно, почему все, сюжет забей. Есть? Тебе про него рассказывал в начале не игры. Не понимаешь, что я имею в виду, просто забей. Не, ну, блядь, это мое мнение просто так, блядь, со стороны обоих игр. Я ничего против не имею, там, блядь, что некоторые челики кайф ловят, когда 1000 ударов по боссу дали, блядь, и босса убили с 100-й попытки, блядь. Некоторые кайф ловят от того, что в пакете клея нахуярили. Ну да, да, тоже. Да, сейчас, да? Так вот. Ну представь, да, блядь. Шкаф! Какой шкаф? Кого мы с умой не смотрели? Да, это... А-а-а! На будущее нажмите. Ну КД будет, наверное. Не, мне прикольно. Сейчас разве... сейчас мне обвалится, блядь. Алексин, разливай, Алексин. Лей, не жалей. Да он сидит 200 хп урона выхиливает флешками в рейда. Я просто... Он хорош.
серии 3-4 посмотрел у Куплина, как он начинал проходить. Бля, поржал, конечно. Да, ему понадобится очень много серий, чтобы пройти. А, это пиздец. Да, блядь, это только игра в картонке, инскрипшн, блядь, типа. Не, он знаешь, почему так играет? Он говорит, ему нравится эта хуйня. Вот он из тех людей, как ты говоришь, которые играют в такую хуйню. Ну и... Он врет! Он просто, чтобы классы собрать и деньги слетать. Классы собрать? Хуй знает. Сюда классы. По нему видно, что он, ну, увлекается игрой, блядь. Ну да, подумаешь, там, блядь, всю жизнь в игры играет, нахуй. Ну, профессионал, блядь, тут нихуя не поделаешь. Профессионал. Да он лох ебучий, не профессионал. Козлач, подпивас. Он реально подпивас, ну, да, посмотреть можно. Че, ему, блядь, и играть уметь не надо. Пошел так такой... его отпиздили, такой, и всем это понравилось. Ну, понимаешь, блядь, тут тоже, опять же, на вкус и цвет, блядь. Кому-то, кто-то считает, что он долбоёб полный, там, ну и они его просто не смотрят, но миллионы же людей смотрят. Один хуй миллион людей смотрит. Курион, это где? Интересует в каждой игре только лучшие люди, которые очень сильно нравятся. Тебе только кровоточку дать надо, блядь. Так вот. Чего ты еще проблема? Я люблю выживание по Расту иногда посмотреть. Бля, пошли в Раст. Хочу его риксулками запоярить. Я хуй знаю, да на самом деле мало игр играл. Ну что-то решил, думаю, блядь, графон немножко получше, чем Dark Souls. Держу в курсе, единственная игра, которую, ну, соло-игра, которую я прошел за всю свою жизнь, и то она была просто по скидке, это Ведьмак 3. Ну и сюжет дополнение. Где Ведьмак не прошел? Я тебе больше скажу, я его 5 раз прошел, блядь. Ясно, Шизик. Я наверное, единственный Ведьмака не проходил, блядь. Я сначала там дошел, да вот это, ну, Кровавый Барон почти, фулл сюжет какой-то прошел дефолт. Потом мне что-то это решил заново начать, потому что там что-то это. Пошел хуяриться, выблевать хотелось. Заебался бегать нахуй к нему. Ты, короче, два слова скажи про Ведьмака третьего. Не, слякоть, мы дальше развлекаемся. Да, мы еще чисто мнение. Ждем. Это топовая игра, я лучше не видел игры. Ну, дуэт, но типа, я не люблю сингл игры. Я за интернет плачу, чтобы... Ну, знаешь, из игр, которые с людьми, вот Вовка самый такой нормальный вариант. Но другие я да, не кстати, пользуюсь. Интернет подорожал. И похуй вообще, ну... Проплатить нечего. А что блядь? Нахуй опять шкаф нажал? Все правильно. Хорош. Ты лучше глаз нажми, дебил. Я думаю, блядь. А давай жми, сука. Ты можешь два шкафа ставить. У тебя может два шкафа одновременно стоять. Думаю. Молчу. Че, глю ждем, да? Влюпить, да. О, он сам решил мобов привезти, ура. Давай, это я привел их, вернулся. Охуй. Я его глазиком остановил на полпути. Хуй знает, мне интересно. Меня больше интересует, как вы относитесь к заморозке активов Центробанка. Вообще похуй. Российской Федерации. Как у вас дела в России, блин? Это ваши деньги? Пизде. Это ваши деньги. Да, что, в Беларуси хорошие дела, типа? Ну, у нас Шизик тоже сидит. Так чё ты там? Там не только вот, хорошо. Официально вроде. Я понимаю, Шизик... Пирожки-то хуже пока что. Ну, ты знаешь... Но... Понимаешь, Шизик специально не воюет. Ну, тут надо... Сука, и так в своей жизни никогда войска. Никогда в своей жизни никуда не летал ни на самолете, на самолете ни разу не летал, блядь, а еще нахуй закрыли, блядь, воздушное пространство, нахуй. Ну, вообще никогда не улетишь, нахуй, будешь на земле, блядь, все время. Угу. Они там, это, кончились переговоры или еще идут? Пусть знает. Хоть давно не смотрел. Там дохуя что-то инфы, кто-то пишет, что закончились, ни к чему не пришли, блядь, кто-то еще что-то. Живем пока. А вы откуда вот кто это? Что-то говорили Half Apple там с Украины и кто еще? И шоколад, да? С Херсона и с... Беларусь. А, ты с Беларуси. Half Apple с Херсона? Да. Как он с Херсона? Да. Как он жив? Слякоть с... Там город такой. Короче, сверху нет. Шостка это, чем нет. Да, вот Шостка, да. Там никого не было даже. Угу.
Мне просто забили на это место. Ну, там типа такая глушь. Как у меня глушь. Главное, чтобы туда, там не проходили, блядь. Дай кровоточку, о, нашел. Да не хак, у вас же Херсоди там эти верфи или что там. Да это пока забили, там потом. Это временно, мне кажется, забили. Потом начнут душить. Это чел... я и врачки слышу, блядь, заебали нахуй. Мне чел из Херсона говорит, что он сидел целый день, просто бегал в подвал и наверх обратно, блядь. У меня чисто ощущение, что я тоже на Украине живу, блядь. У меня нахуй вертолеты постоянно летают, нахуй. Там, блядь, колонны с ракетами возят, блядь. Там танки перевозят, заебали. А еще мне чел говорил, сейчас, блядь, прочитаю. Кто-то ногу потерял, фотка есть. Если хочешь, мы тут целого человека соберем тебе. Дело рухнуло. Там парни уже с ума сходят. Сидят. Чё им, блядь, плакать? Вот так получилось в жизни. Сейчас еще ядерка ебанем. Да это бред, блядь, ядерка никто не ебанет. Чтобы все охуели, да? Ярика никто не будет хуярить. Да не, войны не будет, пацан. Какая война? Все в жизни может произойти. Не зря фильмы. Может, он фильмов насмотрелся по того, как после ядерной войны, вот постапокалипсис. А ты думаешь, нахуя эти фильмы снимают? Их специально делают, чтобы люди готовились, ну, типа, ждали эту хуйню. Вот. Зомбаков пустят потом вирус, хуирус, нахуй. Вот он, коронавирус. Да не, хули другой будет там, блядь. 2023, это получается финальный мозг, блядь, земли, блядь, планеты. Рыжая баба там будет, блядь, мир спасать. Ой, ебут меня. А ты крепчай. Куда тут крепчать, нахуй? И так денег нет, нахуй, сейчас еще меньше будет. Блядь, ты чё, бизнесмен, нахуй, за деньги говоришь? Конечно. Пока чё, у меня вон сеструха говорит, какой телефон купить? Я сказал, какой телефон надо, ну, племяннице на день рождения подарить. Беспроводную, ёбан. А, пришла, ну я посоветовал, он там стоит сколько, она пришла, спросила, сколько он стоит, блядь, в магазине, нахуй. Он, блядь, почти в два раза дороже стоит. Поедно вообще. У меня телефон, короче, с 2012 года. А ты старый, блядь, стартер, нахуй. Тебе вон кнопочного хватит, нахуй. Ну, кнопочный. У меня еще, блядь, экран. Дайте этого засумоним, блю. Этого. Давай, шкаф на этот раз полезу. Я в комбе, там моб забагался. Го поднимемся, убьем. Я иду убивать. Вот этот ближний один. Блять, я не хочу подходить. Ну хуярь. Куда? Только не фир! Браза! Куда? Стой! Он скинул фир, он скинул, он гений. Грипни, грипни. О. Он понял без слов. Без войс. Гричо, блядь. Ёбаный нахуй, зовут Арислин, сука. Ёбаный нахуй. Да похуй. А тапочки дал нахуй и поехал. Я больше другой. А видели, как видели, как этот БТР спиздили на тракторе у них? Да, видел видос. Бля, еще пойду посмотрю. Да, только. Что это? Может, это свой перевозник? О, в случае, если я не спустили, довольно весело. Украинская и российская делегации провели первый раунд переговоров. Идут до столицы для консультации. Чего да, первый раунд? Третий. Говорили уже третий. Там уже третий. Там уже третий, да? Мне только первая инфа пришла. А что это, как батл, что ли? Типа, раунды там есть, типа? Нет, ну там просто раунды в переговорах, они, типа, не подразделены на темы. Я обсуждаю. Наверное, просто выходят, типа, совещаются между собой, типа, не за столом будешь. Первый это типа, ну, какие-то самые важные, это второй раунд, типа какие-то второстепенные вопросы. А типа, я думал, это как в Mortal Kombat, там 99 так, сверху как... время так ставят. Да я говорю, там до 16 будут. О, какой ювелирный камень, ебать. Го на коня. Нет, блять, инженерный. На коня? Сманется. Убивать. Ты такое не говори. Слышь? Короче,
все, он тут. Короче, нахуй, блядь. Давай, говори. Стрим врубаю. Ну, я 200. Слушай, а у этого охуенного камня вообще соты есть? Будь здоров. Шанс увеличить сковерс при нанесении заклинаний. Все. Требуется больше синих, чем желтых камней. Че тупишь? Блять, тут я надеюсь все-таки, что нам выпадет за 2 месяца это самое, которое не существует. Она уже нахуй не нужна будет сейчас. На рестора пойдет. На успехи собирать. У кого там кто-то чихает, блядь? У Урела насморк. Урел. Это он так чихает или кто-то там женского рода что-то ему показал? Да, мама. А-а-а. Я слышу, что женский чих. Бля, так захейтили нас. Как же обычно женский чих? Он сейчас и не зайдет к вам. Кто? Кто? Накидывать. Урел. Озерона? Да. Сами сделаем. Главное, чтобы щит кинул. Короче, падают 2 кольца сегодня в отбую. Все щиты на месте. 2 кольца, чё это? Давайте, бахнем. Из копыта? ДД фласку, если чё, пить. Лапку и каски. Сейчас. Блять, это... Чё-то не вижу я у себя, блять. Это, масло есть у кого, блять, бутылку куплю? СПДшка. 700 рублей. Оставь 2 метки, гений диспела. Зачем? А, ты, о, точно, я же гений диспела. Мы теперь будем стоять в одном фрейме, мы умные. Да, да, в одном фрейме, короче, сразу сюда вставайте, в зеленую. Чё? Ты гений диспела. Он, у него есть вуду, и он теперь знает. У меня есть мозг, а не вуду. Не, мозг у тебя нет. Мы сейчас вайпаемся, рот статика. Сагуй. Там байк? А там может, там есть шанс, типа, есть шанс небольшой. Это шпрокнуло 2 из 10, а потом 1 из 2, ну короче, да. Друже, не забудь про придание сил. Короче, 10% на вайп. Господи, что ж там такое-то? Так, ща будет. ДБМ, пул, 7. 5. 4. И один из миликов, который хочу 2, сразу убить, да? Один. Да. Виви. Метки. Ну, это желтую перевод. А, стоп, он в этом войсе, да? Да. Поставь, сразу поставь его. А. Поставь его, как на второй фазе. Да-да-да. Милики, просто подойдите и все. А, 50-50. Я не угадал. Хильте просто. Так второго диспелил? Так не... Нет, не надо второго диспелить, блять. Он тут перебегает. Если рано. Одного не диспелил, значит вторая рамочка краска. Так он перебежит дух. После первого диспела дух перебегает. Так, конечно, и без, да. Да 50-50, типа, но я не угадал 50 на 50, потому что что он здесь делает? 50% пропнули, бывает. Пойди повешаться. Лови, Тумена. Ну, сори. Первым. Обычно 10%. Или просто надо было диспойнить. Станьте нормально. Я не глюсь. Не надо приносить множество в то, что работает. Так, нормально, второй я задиспойлил хорошо. Это правда. Повезло, получается. Наоборот, вам удобнее, вам бегать не надо. Вообще похуй. Пиздец, одну кнопку нажать просто. Озерона чуть назад и правее встан. И так не ДПС, даже мне вообще насрать. О, ты ДПСить будешь? Нет. А ты? Я стейбл даю. Да, бездарь, почему тебя погоняет какой-то бездарный разбойник? Реально, я фокать ему листы и ротацию. На мне МК нету просто. Я, у меня там мясорубка очень маленькая. На мне МК, блядь, нету. А, 3% крита это тут. Там много очень. Это охуенно много. Дэ-4. Сейф. Я же не пизжу за твой класс. И ты за мой не пизди. 3% крита для меня это очень много. У меня тоже нет 3%. Безрин на руки, похуй тебе. Огромный диф. Безрин на локе. Чё? Что он сказал сейчас вообще? Ладно.
Откуда бездарь, короче? Да не оба бездари, блин. Ты там с четвертого места. Сейчас заивейдится. Лови, лови ручку, дурочку лови. А меня перегнали по ДПСу, потому что у меня чел диспельнул хуёво, у меня пет нахуй сдох. Ты ж пет не ресаешь очень быстро. Так и чё, я проебал в момент. Я одно ГКД проебал. Ты думаешь, я у меня время с рубки плохое на этом пуле? Значит, ты хуёвый. Я тут причём. Я сдох, не кританул ещё. Плюс минус ДПС. Я тоже не кританул, поэтому оптами с рубки хуёвый. Ты хуёвый, так у вас говна рандомного. Да, именно так и есть. Ну и чё? Я не виноват, что вы хуйню какую-то выбираете играть. Как доли, например, блять. Дал ханта нахуй. Ну ханя, ханта вообще пиздец помойка. А, главное зачем? Берегитесь. Не успел! Укачай даже. А пусть по всему дудосят. Так упустили. Откуда инфа? Не знаю, я вот перегнал почему-то. У меня тоже дудосят, блять. Я не работаю. Да не пизди ты, бездарь просто. Что дудосят? Не, без шуток, на телефоне вообще на эту худшую. Так ты вот, с телефона сидишь, да? Я? Играешь? Нет, я вообще. Не, у меня вот телега умирает максимум. Телегу дудосят, жалко. Нет, телега у меня нормально работает. У меня видосики не грузит, ничего не грузит. Один раз начал в нее заходить. Берегитесь. Сука, заебало бегать туда все. На кольцо, парни, держи. Ага, бать, три кольца выпал. Четыре кольца, да, набирается. Ох, чамп. Так, ладно. А вы думали, если он что-то упадет? Нет. Это самый легендарный. И лут распределил. Фу, таким быть. Кидай просто сингу. Там хаку надо. Хаку зачем? У тебя нет? Или он на всякий случай, если кита не будет? У него 45-й. А, нихуя. Я приведу, подходите. Да, хорошо. На низ подходите, я приведу. Чем? Я не знаю. Чё, зачем, дурачок? Тебе их рано или поздно все равно чистить, ты этого не понимаешь? Старый, блин! Нахуя идти вниз, ёбаный в рот. Нахуя? Потому что там тут удобно, блядь. А, ну можешь это, можешь чековать, да, блядь. Валя на трипана, нахуй. Уриона, понимаешь, там высоко, знаешь, чем дальше в горы, блядь, тем меньше кислорода, нахуй. У тебя и так башка не варит. Нахуй. Пожалуйста. Это сильно было. Осуждаюсь. Без капли негатива просто. Прям сильно. Худ собирает, королял хм. Что, блядь? О, на нахуй ебал. Да ты пидор. Осуждаю. Ай, дурак, не говори так. Всё. Ну ты че вообще-то? Всё, кикни его отсюда. Замуть его. Мы так всегда рофлим, когда он так, начал. Кто, в тейсе сидим, кикаем чела, а потом чел заходит. Здорово, мужики, чё тут задало? Лбоёб. Да, нахуй. Говорит плохие слова. В школе, блядь, расскажешь. Сука. Так нет! Ну блин. Лёг, в какой школе? Тут ни один человек в школе не учится. Старый. Чё? Кендрир ушёл кстати. Артём. Кто? Никто в школе не учится. Кто такой Артём? Кто такой Артём вообще реально? Хисера вот это. Я в школе учусь? Что? А что? Не, он выше этого. Да, я даже слутали. Он слишком гений. А я ливнул и опять пришел. Правда, еще ни разу не ходил туда. Я вообще не представляю, как я. Вот про меня никто не знает, что-то не вроде никто ничего не говорил. Я вообще не представляю, как мне залететь, блядь, туда. Впадло идти даже. Да нахуй. Воры, блядь. А кто ливать будет? Запа мои, верните варюги. Мы меняем ретрика на ретрик. Запа, это синг-фонг. Кого менять будем? Варюги ебаные. Ну этот скам. Альбарда. За что моего беса? Вы задолбали, уроды, блин. Поднимаемся. Кисера сам напугаешь там. Правильно понимаю? Кого? Мобов.
Каких? Комнаты. А, ну очередной это, да. Скам подъехал. Scum of the Earth. Давайте, мужики, все сюда. Реслин, что ты стоишь? Врывайся. Че за зов, реально? Что, сдохнуть что ли можешь? Разве? Ты че? О, бля, будет у тебя еще 2-10. Будешь крутить. Будет в окно вон его летать, а не крутить. Ничего, мы вон перед Сингрой посмотрим, пока хуярит. Я хочу в рога и буду залететь. Ага, у тебя завистится нахуй просто. Да не, я фреймер включу. Нет, там чивава залетит, ёбнешься. Чивава тоже ёбнешься. Не, я думаю, рога больше в перспективе. Там яд натикает просто. Ну типа я не первые нет. 10 секунд, а последние 20, типа, ну так. Там рога ёбнутые числа будет давать. Да ты и так уже меньше меня ДПСишь, блядь, о чём ты? Потому что я в комбате, блядь, и не жму кнопки. Потому что ты то самое слово, которое нельзя называть на этой площадке. Осуждаю. Ты откуда знаешь, какое? А ты откуда знаешь? Ну, потому что я это сказал. Я знаю, что я вообще у меня мысли в голове. Я просто не пхилят, я не знаю, чем. Не пхилят. Сэд мифилис. Я за пол... Сколько? За 2 секунды? Алло! Алло, хипал, блин! Охренел, блин. 2 секунды АФК стоит. За таких хипалов, как ты, вон грулей не умирает. Блядь. Дурачки меня какие-то позвали. За 700 гипп, блядь. Что, там нормально отжигали, кстати, да? Охуенно отжигали, блядь, повесить захотелось. Слушай, ну мне блядь. Понравилось, как ИВК пронесли 50 на 50. Хорошо, прям. Нежданно, блядь, негадно. Да. У нас чел говорит, да я слакнул, потому что я... Что я? Потому что у меня залагало на 5 секунд. Ты опять про этого потом... Кирилла, блядь? Да, потом, вот мы вчера пришли знаю, к выводу, что он сказал, что у него лагает уже, блядь, 2 недели. А нахуя он садится на такую роль, если у него лагает уже 2 недели, и он знает, что он может зависнуть? Бля, я не знаю, что ты этому сводишь. Там, блядь, чел там... сидит нахуй, любой, вот, он зайдет и бьет. Я помню, в ульте лагало так. Я понимаю. Шоколад, понимаешь? Просто бывает. Я понимаю, что лагает. Он сидит 2 недели подряд с лагами. А, не, понятно, ну, типа, подряд. Почему? Вон Борлон поет, блядь, и убьет, закроет нахуй, все. Ничего, сейчас я буду, а я буду, нормально. Ты иди нахуй, блядь, заслакаешь нахуй. Ты не знаешь. Это правда. Ну. Конечно, сильно. На кого поменять, так конечно, чё, блядь. Я когда блокера собрал в предыдущей гильдии, я слакал, блядь, 4 часа сряду. Ну там, то не в тайминг давал, то еще что, ну, мог раздуплиться, блядь. Ну и потом уже допронос был, и 3 попытки, как бы, ну, с третьей попытки убили, и я ни одного стана, типа, мимо не дал. Ты вот. Напали? Да. Напали там же вроде, типа, ну, как можно там... мимо дать, ты просто ПКД даешь. Нет, я, да? Это понятно ПКД, я говорю, что в тайминг не попадал. Первый раз, когда, видишь, не просекал фишку. Я не мог понять, вот они дают первый каст, а второй не дают совсем, что ли, или что, как хуй пойми, блядь. Чувствую, у нас будет или 50 на 50, или 35 на 50. Ну, типа, первый раз я могу заслакать, ладно. Том, и чем ты не... лучше, хуесос? Ой, извините, пожалуйста. И чё там, тебе вон Борн вашку скинет, тебе первый раз просто вкинуть этот стан, а потом по КД. Понятно. Да нет, не, там трижды надо будет первый раз скинуть. Понимаешь? Чё? Я без вашки, блин. Ну, так таймер. Вы ж мобов убьете, вы мобов и убьете, мне надо новых будет ловить. Там, скорее всего, таймер ой. Сразу просчитан на следующих мобов. На. Б. Чё? На. Ладно. Давайте. Вашка, есть рыбу ставлю. Что там? Я да, уже. Рыба надо. А, принял РЧ. Я всегда РЧ принимаю, мне похуй. Лапку инту. А кого там убивать? А, чё там? Баронесса, да. Мы можем ёбнуть и всё. Ну, да, я с сингом слева. Только ради как его. Обычно, как обычно. Нет, подожди, там ещё... А, да нет, похуй. Хаку. Камушки, камушки. Ставлю, парни, камушки. Хаку с шоколадом было справа.
нужны камушки твои. Все, давайте. ДБМ пул. ДБМ пул. 7. Рюгону похилю. Да подхилю я его. 4, 2, 1. Похуй, да, или на пул? Тебе похуй. Я добыл, не вижу, мне похуй. Короче, я этот стан не увижу, если ты будешь в стане, ну, скажи. Хорошо. Если умрет Реслин, я тебе тоже скажу. Кабанчик есть, нет? Ага, вижу. Есть кабан на левом вроде. А, бжи, какой стан, там же нет станет. Ты не боишься, все равно снимай. Я не хочу даже ОД снимать, она меня, конечно, бесит, но... Я не мог не снимать, я всегда давал мастер-спел здесь. Я не знаю, как его не снимать. Насколько надо иметь остальные нервы. Так, ты на роге закрываешь там. Когда, где? За три, я в воздухе танцую, но... Лево. Так ты, может, закрой, не? Нет, я не буду, у меня комбо-таймер. У меня комбо-таймер тоже нет, есть. Нет, я хилю. Я произвожу исцеление. Мне повезло. Хватит спамить, ублюдки! Чем? Ну, из мороза уже, да, блин? Да, мороза. Да. Поешьте пудинга всяких там тоже. Кисера, выходи на лево там. Ой, ну, блядь. Да. О, рыба нашел. Повезло. Да. Тикнет. Я слева закрою. А, да, если мы случайно вайпнемся, ну, бывает жизнь. Арислин, выходи направо. Не надо случайно вайпиться. Но я еще не привык к механке. На механическую главу подогнали. Ясно, нефтяной магнат себе клаву не может купить. Похуй. Реслин направо. Справа хаку, слева очевидно есть. Блин, вот эти по 1000, конечно, тысячи, это мем. Справа. Чё, когда там? Сколько? До фазы? Два, ой, сейчас два. Ещё два, один танец будет, один. Следующий я, скорее всего, закрою, да. Там, справа шоколад, слева очевидно. Шоколад. А, бля, фаза уже. А, может подходить. Фаза 10 секунд. Подойдите все под быстро. Танки там бетонные сюда. Ща фаза. Вверх. Прокни. Уй. А, да, если что с меня сорвется, вам пизда. Че, мне на поле типа хуйню, что ли? Не впадал. Салю, что ли? Не надо просто. Так, если он макс рейндж потихо набирает, он... Вот Фуир, если умрет... 20 секунд еще. Ну, если Фури умрет, инста БР его. Если слякать умрет, то не БР его. На нем СС. 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1, 4, давай. Я надо было череду дать в него, пока он череду давал. Было бы нормально.
И ХП скачет. Бывает. Килл опять слабый, что ли? Наткнись. Киллбот, блядь, как эквалайзер скачет. Фу, киллбот. Блять, ну я швот ногой. Тихо. Так, Реслин, готовься выходить назад. Так, шашевой будешь давать на скорую. Ой, Фури, ты тоже выходи, назад, назад, 4, назад. 3, давай ШВ. 2, там уже сейчас выходим. А кто еще путается так, не слышно? А, чековат, нормально все. Да, плохо. Забирайте, плюс добивайте. Только сейчас уроните, пожалуйста, людей под городой после босса, она еще висит, короче, какое-то время. Хорошо, уроним. Да, блять. Проще резнуть. На, тогда здорово. Там... Да, действительно, проще резнуть. Да, ложь! ГЦ. О, пояс, ГЦ, пояс! Дробяшка, ГЦ. Тапки, тапки, сука. Какая дробяшка? Я рот ебал, да. Чё, резайте пиздари. Пояс вижу, а дробяшка где? Сука, я хотел тапки отсюда. Хочу кольцо со смотрителя. Хочу в поп. Пояс я могу брать. Конечно, блять, крит МП5, такое себе. О, вот. Сюда крит меткость. Кого там кого-то тикает? Я чукуат, если. Она исчезнет. Это мой тип. Убил. Все. А может зовите этого, Дис? Я приведу сюда, останусь. А чё, эти не пошли в статик сегодня, этот первый или какой-то? Пошлите вниз. Они 8. Они еще тут собираются. Еще, я, еще у них там вроде, ну у них же роги нет. И этого ДС. Они там что-то думают. Вот, пускай сами решают, короче. Я туда не лезу. О, а чё долю туда не возьму, типа? Ну, доля сейчас КД. А, так. Не, вообще на постоянку. Вообще? Ну, это они пускай решают. Я с ними не общался по этому поводу вообще. Танк хуже вроде. По поводу того, кого они там собираются на Яшу поменять. Тем более Яша, ну, жалко мужиков. Гига дэмэдж. Плюс рога. Плюс мозг. Жалко долю. Подрыв. Не, доля РЛ хотя бы. Доля РЛК. Сказал, как сам интересно пойдет, может дать ему поирелить. Давай. Не, я не хочу. Ну ладно. Ладно, похуй, поднимайтесь, мне что-то поднести. Или сюда прям принести. Не, ну как хотите. Убиваем. Ладно, я веду. Нет, я. Ну ладно, иди. На оперу после девы пойдем. Че у нас будет? Осуждаю оперу. Я ползу, у меня не курсят, блин. Я тоже жду, когда ее понет. Пейте рестинушек у нас. Че ее нерфить? Нормальный босс, наебали. Да тяжело, ну тяжело. Что тяжело? На том КД 200к первый трай оставили, типа, блядь. На этом должны ноль оставить. Сидите, блядь, играете в устаревшую игру, которая, блядь, миллиард лет, нахуй. На классе, нахуй, кнопки жать вообще, нахуй, не надо почти. И тактики, блядь, простейшие. Ну и мы жалуемся. Мы воевали, блядь. Знаешь, на фе можно просто стоять, блядь, ничего не исполнять по большей части. Расскажешь. Это ты в какие рейды? В ЛФР ходил? Походу, в ЛФР ходил.
Да нахуй. Ты хотя бы в героях бы сходил. LFR Enjoyer. LFR Enjoyer. Про эпохалку даже. В эпохалку я последний раз сходил на Легионе. Вот. И после Легиона я не играл. Нет, нет, кош нажми, уйдем еще, кош нажми. Нет, отойдите, не бейте, блядь, потом мы не бьем. Да бейте нахуй этого уёбка. Жертвенный огонь, мы не бьем. Диспел, диспел, бля, не везет. Это диспел. Нихуя. Мы не бьем, жертвенный огонь нам не висит. Жертвенный огонь повесился, когда я в мобов поджигание давал, и ты просто рядом оказался в момент прибытия. А, это пачка. Это все, этот пульт пачку тут и все. Чем это будет на роге? А, ебать, КД нарез. Сколько там? Долго? Да не. На пачку успеем. Серпой был, я тут получит. Кто? За что? Мечо, мне там дома бан, далеко стоит. У меня бог не умеет играть за меня, он не может кошт нажать. Ну там за допад уже. Ту-дун. Кстати, Хисера, куда будильник пропал? Блин, у меня телефон сломался тут. А, да, точно. Вспомнил. Как же там вот это РТ началось? У вас сколько? 19.57. 19.50, да. Ну, 19.30, конечно, начиналось. Видимо, вообще не тянет. Не, 19.57 это ДРТ в Хеллсайдах, а это было. Ну, это, короче, к 20.00. Лей лужу, лей лужу, лужу, а? Лей лужу. Хороший чел, кстати. Я с ним ни разу не общался, но вот. Кто это, я даже не помню уже. Это ШП из Хеллсайд? Слушай, да, вообще. Да? Которого ты не мог передамажить? То я? Это получается, да. Потому что на Ридар был. А если ты с Эридаром не передамажишь по защите? Если я с Эридаром не передамажу, ну, удалю в ДЦ спекнуть. Хорош. Кавальмора есть. Мы пойду 4. Кавальмора нет. Если спекнемся полностью в ДЦ, должен будешь заплатить нашу статику. Что? 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 Все печеньки спижены. Все один. Одну. Вот-вот. И весь шмот. А ты знаешь, сколько печенька стоит? 150 тысяч. Холи щит уже проверил. Жду 150 тысяч на аккаунт. Кстати, гайз, поздравляю, мне печеньки не нужны. В смысле? У тебя 4 уже? Ну, вообще, уже недавно. У меня тоже. А что же? У нас с ним по 4. У меня 2 только. А, ну я одну золотую. У меня будет 3, одну с каражана еще золотаю. Че, мы 3 с 25-ки золотали, нам больше нечего. Я 2 золотаю. Мне еще, а мне кружку до 10 отдадут. Почему? Ну, как я вычислил, она нужна только комбо-трогам. Я посчитал количество комбо-трог. А подожди, я один. Типа, ну там же люди хотели вроде бы еще. Чувава хотел. Значит, надо долбоёб. У нас кружку отдавали только ФДК, блядь. Ну, типа ФДК и комбо-трогам, но ФДК идут нахуй, потому что комбо-троги лучше. ФДК вообще нахуй идут, нахуй они вроде же. Тут, кстати, тру. Че, давай втолкнем. Чем? Чего было толкать? Давай я еще одного охранника приведу. А его починили! Еще на том КДш, балбес. В смысле? А я буду просто КДш? И бегает такой вокруг. Наверное. Я не уверен, на каких КД я где был.
Интересно, я столько трэша здесь делают. Нет, что... Жирный трэш. Чтобы ну ротацию... что, Карл за час не пронесли? Ротацию отсваивают. Какую? 1-1-2. 1-1-2, у меня это одна кнопка, типа. F, 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 F. У меня кнопка 4 сломается скоро. Послабее нажимал. Урона меньше будет. Не, вот интересно будет посмотреть статистику, сколько клавиш я нажал на клавиатуре. Там будет F и 4, наверное. У меня будет вот эта клавиша, вот это, вот это, вот, вот это вот. Не, будет точно вот это, на, F, F. Вот это вот. Щит, 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 щит. Потому что я столько всего скипал кнопкой F. Твои там охранника. Да. Не напуливается никак. А, они этого, Лепречана взяли. Серьезно? Угу. Похоже, нам придется с ним в одном рейде находиться. Кого взяли? Эх. Лепречан. Это ник такой. Похоже на... Хант у нас. Хант у нас. Блин, по-любому. Осуждаю. Его типа ханта взяли. Как у него там ник? Напишите, пожалуйста, я хочу посмотреть кое-что. Лей причем. Он в гильдии есть. Может, посмотрим. А, у гильдии есть. Лей и Преачан. А где, блядь, будет это хан, типа, проблема? Это если типа не взять рогу, а взять ханта, где будет проблема? Опера. Везде. Так, этот Реслин скам. Реслин давай. Реслин скам. Че, покупатель что ли? Я говорю. Это либо покупать сапога. Пятера. Сейчас рассеяните пока из этого. Из надо было пикан. Говорить, что дороже продал бы дороже. Это чё, он на чё покупатель? На алебарду и на что-то ещё там запы какие-то. Запы. Блэд. Ну ладно. Запы, которые на мультика и на ред. Это бабки. У нас нет денег. Нет, запы вроде эти. Хочет силовые, типа. Шкаф поставь. Ну я думаю, те можно продать. Ола. Угу. Это самое ООО, так я рыбу ставлю. Это самое. Урион, не сдохнет лучше, пожалуйста, спасибо. Реально. Оп, сдохнул. У нас и так, конечно, нет. Паладин, ты представляешь, что тут делать вообще? А топор выглядит как говно, блядь. О, миссия Рэл. Блин, реально сможет заменить. Метку в меня может тыкнуть. Короче, стрим. Там будет конченый аддон, ладно. Чё? Ты на милика треугольник, эту метку ебани, пускай он с ним бегает. А там землю рассказать надо. Там землю надо. Понятное дело, что типа просто бегай за всеми. Миликами. Там вообще метку дам врагу. Просто за дорогой бегай. Что он делает, то и делай. Звезду дал. Если у тебя там будет каст такой, освещенная земля, он так называется. Вот я метки сейчас поставлю примерно. Вот в одну из этих меток просто выбегаешь и лужу ставишь. Тебе проще будет зайти на YouTube и посмотреть сиросовский, вроде этот на Дева есть, там трехминутный ролик. Да пофигу, типа, ну, ты думаешь, он сможет нам заруинить что-то или что? Не, просто, типа, если... Учитывая нашу статистику, блядь. Да
А вы бездари сами. Ну если человек вообще, вообще не понимает, не понимает. Типа ни разу не был, типа я не знаю. Да блядь, он не затупит, чё? Ну сейчас я смотрю. Чего ну, давай? Там все тут. Лапку инту. Лапку инту и эти кулаки раздай. На ретрик. Просто смотри за миликами, что они делают. За ними повтори. Лучше за звездой. Да-да, кулаки бафни. Пиво второе. Если умрешь, ничего страшного. Если умрешь, пиздец тянет. И глю каску по Вайтфьюри, да. Вы ему простак рассказали же, полутать. Вайтфьюри это сова. Да, сове каску. И кулак не нужен. Че, кистаки? Да полутать так, чтобы не стоять. Я сказал за ним бегать, все, мы с тобой. Ну. Короче, ретрик, там, блядь, люди будут выносить метки сюда, с них будет вытекать лужа желтая, блядь. По команде забежишь в лужу, вот так вот, как вот сейчас на черную хуйню я забежал. Смотришь, где знак Орды, премиум, VIP, вот эта вся залупа, там должен появиться этот дебаф, нахуй, тикающий. Один стак. Два стака, это пиздец тебе будет. И все, ты его, как только он появился, сразу выбегаешь из лужи, выпрыгиваешь. И все, и идешь в звезду. Все, пиздец. Каша, дайте паладинам. Да, мне кажется, просто надо самим, типа, не сдохнуть, типа, и закрыть в 9. Да. Ну, просто, типа, когда, скажем, вынести, ты либо... Глю, дай в себя каску. В шоколаде каску, паладином каску. Ну, дальше метки, банально. Да, разбафы, разбафайтесь, реально. Классно. Нахуй вам кресты, у вас шаман ставит тотем, блядь, похуй на кресты. Просто поставь каски, бафни, и все, глю. На этого босса я так сделаю и просто. Так у меня какой кулак висит, нахер он мне надо. Сейчас глю придет прибав. Каску. Давайте, это уже банк. Не готов. Получается. Хотелось бы ее использовать еще на опере. Только если он готов спримить, не пулять. Они еще инфи взяли вместо кого-то. Инфи? Да. Вместо чувака? Нет. Я сейчас вычисляю вместо кого. Че, погоди, у них же не было ДЦ. А, инфи это же сова еще, у нее вроде есть пиксовый. Ой, да. Ну ладно, они что-то, короче, странно делают. Да похуй, пусть играют. Бал, конечно. Аранжиры. Там чисто. Глю, бафни, каску, шоколад и себе. Чоколадь каску, да? А как ты? Пофигу на МП5. Чоколадь у каску, реально. Шамон. Шамон. Господи, ладно, красноярский тоже можешь у каску. Просто ну, дайте мне каску. Все, давай. Пошлите играть, похуй. Давайте. На этой сфере пуляй. Гер. А сразу? Да, конечно. Сегодня не спаем. Чё, первый раз? Может, заслапи. Симпсон. Хорош, Уриона. Можно тише? Нет, блядь, страдайте. У меня чё был самый... Хвастается, не хвастается. На чел был самыми громкими свечами. Ури. В свое время. У меня самый громкий. Как это вообще слышу? Пиздец. Как и. Так, каз, ждем, потом заходим. Да, паладин готов, еще лужу будем сбить. Так, после молнии заходим. Зашли. Заходим сейчас, так, полутать. И выйти из лужи все. Ладно, паладин смерть. Бабл. Может бабл. А, он скинул. Тогда похуй. Тебе, короче, надо полтать и успеть выйти из лужи, потому что она будет стакать. И разъебет тебя. Там какой-то отвратительный пул, я не знаю, у меня кнопки не жмутся, как надо. И теперь тренкет внизу УД. Не будет ничего прожимать. У тебя утешение? Да. А какой у тебя герб? Боже, как же ты... Я почти бисовый ДЦ. Если бы я апнул Бутакена, я был бы 260. Не говори мне, блядь, пару... 256.
Если я так и наапнул. Хороший тренинг, кстати, Глю. Да, блядь. Вот чёрт. Прям с алгалона. Так, готовьтесь. Готовьтесь. Да, по воде ещё заходить будем. Кикнуть. Так, после молнии заходим. Зашли. Зайдите чуть-чуть. Если два стака, ничего страшного, выйди просто из лужи, все. Если два стака, ничего страшного, не захилю. Это он сейчас говорит, два стака, это ничего страшного, только уронит, как он молнию нахер. Можно. Молния может уронить его, все. На меня уроняет. Он может уронить, на самом деле. Чужого. Похилить! Ну, он как бы, да. Я застыл. Тяжело, типа, я не могу похилить, на вас щиты кончены. Ну, типа, щиты сбились все. Болит у босса сидит, щиты сбивает, ну тяжело. Ну босс какие толком. Щиты без, да. А на щит подки выпить, что там там. Будет фури жалко. Кисера. Щита был челик. Готовимся. С этого заходим, зашли. Подки вы. Вместе ли я разъебу сейчас слово мужика? Я не скликну. Захильчик. Ааа! Нет! Дамажить! Это фул проки, мастерия, прожимка. Хакубер. Фубафа. Хил прохил хак. Типа всех десятерых поднять, ну девятерых поднять, ну вообще нереально, типа. Это невозможно. Зерона. Типа, вот сейчас в глюк оставал, а хаку просто убило, что он рядом стоял. Вторую лужу выйдите в метке. Крестики. Звездочка. Блин, звездочки. Я не знаю, вы восьмерых хилили, я дебаф скинул сразу. Это все тяжело, говорю, там всех именно на фул надо поднять, это, ну. И с чем то, что я не могу щиты вам накинуть, я к этому не готовьтесь. К задней, к звездочке подойдите. С этого сейчас заходим. Пошли. Что? Быстро, быстро. Никто два стака не вот эти. Блять, ури. Ёбаный ури, шевэ нажми, не знаю, не сдохни, главное. Как он умер? Дальше. Ордена, ладно, спите. Вообще пизда нам будет. Где нет? Один дал. Да нет, все будет. У меня еще поточка осталась, нормально. На ману и бэльки сразу. Хаку. Хаку вниз. Там похилить, похуй. На милики кнопки за такие заебало. Мы добьем? Добивай. Должны. Да, добиваем. Все, все, не заходите. Я через щит, если что, пробью хабешку. Все. О, сюда! ГТР! Вообще прикол, бля. Ребят. А чё у вас с хилом последний кадр раньше? Рапал, типа, ну реально. Это... Везло просто раньше, флипало. Палки изменилось, блядь. Пиздишь ты, ты что-то по-любому сделали. Либо надо сейф под конец сжать, чтобы вас не шотало. Это пиздец везение, типа нахуй. И хаб еще. Чё, ему и то надо, да? Да, я не знаю, он силовые типа запы хотел, но мне кажется и такое ему нормально. А у реслина какие? Я не знаю. Тут, я одна, не... тут одна дырка, это хуйня. Ну, запы вот эти будешь брать? Бить? Ну не знаю, у меня заебись запы. Хуй он канул. Да, хаскрит на ловкость. Ну типа, блин. Ну за пятеро можно типа взять. Мне кажется. Да, я возьму там ногишку, блядь. Я не помню, брал их как-то раз уже или нет.
Че, будешь запах? Он говорит, что они лучше. Пусть берет. Ну, короче, 1005, надо там говорить. Да, 5, ну, типа. Не та шмотка, за которую дорого платить. А алебарда за сколько он? За 40. Ну, на самом деле, она дороже, типа. Побежали дальше, копери, побежали, все, давайте быстрее. Но, типа, нам повезло. Ну, гнездо, да, грустно, но статы зато гига. Я на мутике ношу нормально. Хотя мне на мутике сануба нужно. Да кольцо кому-нибудь надо, это слякоть с этого скнева. Еще можем вот эту штуку дать. Тоже 2000 за 5, может, 10. Какую? Вот это кольцо? Вот. Не, эту за десятку я ему говорил. Ну да. Здесь. Ну, типа, это бисовое кольцо на него. Ну да, охуенно. Там... Блядь, на репликах. Глёд, кисай, блядь. 10 тысяч, да. Ты на самом деле на это, слышишь же, глёд, наденем мы тебя. Нет, не переживай. 10 тысяч больше. Он иди, писал. Давай. Так, ладно, ты, короче, там сам решай пока, я... Выйди из Кражана, место освободено, пожалуйста. Так а что, он берет алебарду, взял, нет уже? Расин, заходи в игру. Да, а, все, у меня все уже есть. Так, давай, баланс. А эти взял, а запы? Типа, фул на тебе или просто раздадим их? Пока фул на мне держи, если что, раздадим. Типа, я подумаю пока. Типа, я могу на самом деле реально закупить все, бля.